Она очаровательная девушка и обладает литературным талантом. Вы точно не списали свой текст у мистера Диккенса или мисс Карелли? Книги не интересны мне. И чем вы заполняете досуг? В основном на арфе играю. Она живет в грезах о славе, успехе и любви. Мы будем рады напечатать ваш роман после пары незначительных исправлений. Я ни за что не изменю в своей книге ни слова. Да, она молода и невежественна, но в ее творении есть свежесть и естественность. Читателю это может импонировать. Здравствуйте. Спасибо, что пришли. Ты должен поверить мне, Эсми. Ты должен поверить. Я принесу тебе счастье.